Мы настраивались на игру. После двух поражений, конечно, хотелось уже где-то и победы. И первым таймом, в принципе, я доволен. Ребята выполнили установку на игру. И в первом тайме сыграли организованно. Собрано, хорошие контратаки были. И, в принципе, счет, наверное, закономерный по первому тайму. Мы контролировали игру. Ну, наверное, 3-0, это, наверное, уже в первом тайме игра была сделана. Второй тайм уже, конечно, там Краснодар наседал. Мы играли по счету. Конечно, здесь уже какой-то целостной игры у нас не было, пошли замены. Все-таки на натуральном поле тяжело нам играть, как показывает практика, после искусственного где-то ноги садятся у ребят. Поэтому второй тайм, конечно, просто уже сыграли по счету. Ну, наверное, какой-то подтекст есть, что команды премьер-лиги, которые имеют вторые команды, какое-то, наверное, соперничество на уровне премьер-лиги, оно передается на уровень ФНЛ, наверное, все-таки есть, да.